Эй, гайс, с вами Шмики, мы продолжаем родить игру под названием Quest Hunter. Нет, вы не подумайте, вы не пропустили, но помните, я вам сказал, что мы посетим лагерь обратно? Ну, потом я подумал, нахер он мне надо? Я, короче, походил по пещерам, особенно я понял, что пещера кристаллов — это пока что самое лучшее рандомное место. Пока что, как для меня, потому что если мы сюда, да, я хотел пойти, то нам нужно пойти сюда, это пройти, чтобы попасть на тыквенную ферму. Короче, рассказываю суть. Заходите в подземелье, это, если что, так сказать, гайд по прокачке ключей или по нахождению ключей. Первое. Подземелье. Заходите в подземелье, ищите либо рыцаря, либо вам нужен рыцарь, либо сундук около голема каменного, либо сундук на, так сказать, возвышенности, и там, где пропасть. Собирайте ключ, дальше не проходите, потому что вы все равно ключ просто собираете. Забирайте ключ, в основном ключи могут быть влево, так сказать, справа внизу. В той стороне в основном вспомнится сундуки эти с ключами, либо враг с ключом. Забирайте ключи, выходите снова, заходите туда-сюда. И потом, по возможности, это скорее всего, когда уже ворота эти будут открыты, вам откроется пещера кристаллов. Ребят, это самая херенная локация. Объясняю. Здесь место, кроме того, что вы можете нафармить себе, так сказать, сами осколки, да, кристаллов. Но я сюда шел с одной целью. Ключи. Мне нужны ключи. То есть, бац. Бац, бац. Забираем, ну, вещи, да, если они вам нужны. Я в основном просто бегал, я потратил до хера хилок. Здесь только вот эти серые лягушки. Это враги. Либо огромные зеленые лягушки из яиц. Мы уже встречали яйца. Босс здесь будет это огромная жаба. Огромная жаба, если вы помните, которая, так сказать, была боссом в одной из пещер, когда нас главарь, так сказать, разбойников послал убить его. В финале там будет такой же здоровяк, вы его убиваете, там много кристальчиков всего, такого, денежки падают, мясо. И падает, так сказать, золотой ключ из него. В финале можно найти золотые ключи, ну, получается, в финале, когда уже около выхода. Около выхода мы с вами можем найти... Блин, просто я сейчас играю, блядь, я не могу играть и сразу говорить. О чем я говорил? В финале, короче, при выходе из пещеры мы можем обнаружить три сундука. Есть шанс, что из сундука вместо шмотки выпадет нам, так сказать... О, ого, чем поливали этот цветок? Я понял. На самом деле, что новенькое? Подождите, давайте я с этим закончу. Получается, что там может быть? Два серебряных ключа. Шансов. Один серебряный ключ по-любому будет. Вместо шмотки есть шанс того, что у вас выпадет еще один золотой ключ. Поэтому на самом деле это как повезет. Объясняю, я вот ходил, да, вот в локацию туда, и я нафармил 13 золотых ключей, 30 серебряных. Но я потратил много ресурсов в плане хила. Я не собирал, так сказать, вообще то, что в ящиках, в сундуках, я не разбивал осколочные, так сказать, кристаллы. Яйца, из которых бывает по два кристалла вот выпадает. Либо синий есть вероятность. Ну, в основном это зеленый был и желтый. Но я такой подумал, да, зачем оно мне надо? И я просто, так сказать, бегал, убивал... Ну, открывал одни ворота, убивал большого босса. Забирал с него ключ. О, серебряный ключ выпал как раз. Убивал, так сказать, босса. Бежал к другим воротам, открывал их. И шел уже на выход. Если хорошо там полазить... И поискать все.
то, в принципе, можно найти все как раз эти три... Ну, два ключа. Так, все, я больше тут сундуков не вижу, поэтому можем уходить. Загадочный колодец. Как вы помните, мы поговорили с Борином, если я не ошибаюсь. Ага, туда же этот. Растения сейчас будут. Так, а там даже и разбойник. Ой, блин, а тут же лучники. О-о-о-о! Тимерка. У меня прокачана эта способность. Я могу замораживать теперь на 9 секунд или на 10. Ну, теперь на 9 секунд. Да, они какие-то довольно сильные для меня. Манать. Да, хорошо, что я немножко, но пофармил все-таки зелье еще. Придачу. Надо будет получать оружие, если можно. Потому что мне нужен урон, как я понимаю. А это я хорошо очень понимаю. Так, оббегаем. Блин, не убила, зря. Зря не убил. Как они меня так видят? Что за бредятина? Еще раз. Как они меня убивают? Пипец. Да ну нет. Манать. Я чуть снова не отъехал. Это сложнее, чем я думал. Да уж. Ладно, яблоки пока есть, яблоки поиспользую. Хотя у меня динамит от... Нет, динамита до хера. Я могу просто динамит использовать. О, черт. Сейчас мы откопаем, что там можно откопать. Да уж. Только нужно было сюда не идти пока что. Хотят? Откуда я знаю, для какого уровня здесь что? Правильно. Так, походу я нашел колодец. Да ладно тебе, чел. Он все равно меня стукнул. О, нет, я понял. Так, это какой-то другой зомби. К
Короче, сейчас я этих убью. И поговорю с зомби. Если там можно. Круто! Ой, блю. Вот это сложно, вы понимаете, я просто вздыхаю здесь. И от кого я вздыхаю? Правильно. Он взрывных. Я, в принципе, могу нормально пробежаться, да и все. Ладно, обидно все-таки. Меня грохнули. Ну ладно, не суть. Кто-то там с той стороны бежит на меня. Или показалось. Отхил есть. Меня радует хотя бы, что враги не восстанавливаются те, которые тебя уже убили, ну, которых ты убил до этого. А, я еще одну шляпу получил, прикиньте, цилиндр. Поев. Ну давайте пока что я выкину чит. Защита головы. Белый котелок. Так у меня уже есть такой. Хотя его продать можно будет. Да. Ладно, засейвлюсь. Поскольку мне факелов, нужно будет факелов посоздавать. Банать их тут. Хорошо, что я бомбы купил. Гиги. Так, еще кусочек. Колодец. Старый колодец. Кому он здесь понадобился? Выпить из колодца. Освежающий холодок. Проносится по всему телу. Ну, привет, мой старый друг. Игорю с лопатой. И что в этом удивительного? Разве не я твой верный друг и соратник? Да, но... Разве не я спасал тебе в трудную минуту? Ведь это благодаря мне ты откопал все эти сундуки с сокровищами. Пришло время тебе помочь мне. Так, походу мне едет крыша. Похоже, в колодце была не вода. И как же я могу помочь своей лопате? Да, очень просто. Я всегда мечтал о древке из дерева дорогой породы. Раздобудь мне такой, и тогда я точно буду счастлива. Понятно, но ты со мной больше не говоришь. Так, больше не говори, меня это пугает. И чё, подожди. То есть, где-то на этой... Да, может там. Скорее всего там. Древняя порода. Но он мигнул где-то здесь, значит, их где-то здесь нужно искать. Сразу, пока я добегу туда... Половину убью. Ну, зараза. Но они все равно жесткие. Я молнию дождусь, подождите.
Какого черта он ударил? Я убирал автоатаку. Настройки. Ладно, плевать. Все нормально было. Нет, нет. Меня убило. Упс. Упс. А на чем дерется? Тут сундук есть. Да, здесь сундук есть. А вот как раз и порода. Походу там, где светлячки летают, это квестовые предметы можно найти. Вы получили палочку. Так, сейчас заменим дерево на новое. Ну а теперь тебя люблю я. Так. Вот теперь тебя люблю я. Посмотри, как блестит на солнышке. Ага, шутка. Солнца-то нет. Я же просил не говорить со мной. Извини, не удержалась. А, я левел апнулся, ничего себе. Ладно, давайте смотреть, что здесь есть. Я на самом деле не знаю, что вкачивать уже. Меня очень сильно пробивают. Как бы то ни было, меня пробивают. Призывает меч, разбрасывает врагов, нанося им урон. Сколько это, подожди, наносит? 60. Давайте попробуем. А, то есть он пердит посередине. И типа враги, когда в него входят, получают урон. Ну хотя лучше его использовать, мне кажется. Типа там без разницы. Погнали, короче, в лавку. Сейчас в лавку зайдем, я попродам вещи. Смотрю, такой же цилиндр у меня ли или нет. Да, такой же. Создам сразу зелье. Продам все, что пока что есть. А если бы точнее, это перья. Ракушки. 25 тысяч у меня. Яд продам. Что, я не в цилиндре хожу? Так, второй цилиндр надо взять. Здорово, здорово, продать. А, нифига, это 379. А чё он за 10 стоил? Так, и ищи, да, у меня такой же. Так,
Так, что я могу улучшить? У меня кристалл-мазиков этих нету. Печально. Улучшить. И тут нужно кристалл-мазики эти. Ладно, давайте наденем ляпендию. Я освобожу немного места. Так, 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 так. Ладно. Материалы сюда положим. Ткань, кожа. Алмазик. Сюда, сюда. Шапочку сюда. Это пускай пока что будет у меня. Что я могу вообще еще и купить? Подождите. Создать. В принципе, одно и то же. У меня снова же алмазиков нету. Нельзя забывать об этом. Создать. Камень, камень, кожа. Блин, я бы рюкзак себе сделал побольше. Ладно, что, пойдем в цилиндрический этот, или уже что-то поделаем иное, Нет, ладно, давайте сейчас сходим в этот цилиндрический так мир. Подождите, а я же рычаг нажимал, он скорее всего вот это место открыл. Да. А, так я себе безопасность еще отправил. Так это, ребят, очень хорошая вещь. О, нихера, 18 тысяч монет я заработал. За продажу этих ракушек и зверей. Смотрите. О, да. Сейчас мы поймем, куда зомби берутся. Вернее, в том, что тут врагов нету. Так, место с ловушками. Воу! Я его только увидел. Бас-бас-бас-бас. Да, вот эти враги почему-то меня очень с большого расстояния видят. Это очень плохо. Ладно, сходим сюда. О, большой сундук. Давай, 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 давай. Ух ты, новая шляпа. На плюс 11? Нихера себе. Надо будет ее вместе с собой забрать. Ой, тихо. Здоровяк, здоровяк. Мне типа нужно в какой-то последовательности, да, это сделать? А в какой? Я типа ловушки активировал. Хорошо, туда я попозже приду. Давайте сюда.
Я понял. Все равно наступать нельзя. А, так его не цепляет? Бац, бац. Но пока он дойдет, я должен успеть. Короче, я понял, лучше здесь не стоять. А не, нормально. Бац, 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 бац. Да, ураган тоже хорошая вещь. Я типа юзаю ураган. Пока у меня разморозка спадает. Ой. Я понял. Да, это хороший ураган. Ну, тут скажите, а что я мог сделать? А хотя я мог бы его заморозить сначала. В принципе, да. Немножко. Я не пойму последовательность, которую я должен сделать. Сюда я что-то должен принести. А отсюда просто зомби, скелеты повлазят, но там ничего не будет. Хотя, кто знает, оно просто сияет. Ой. Надо, короче, яблоки доедать. Мяско использовать. Ух. Я чуть как обычно сам себя не поджарил. Тупой скелет. Не знаю, кто сильнее. Походу, скелет сильнее. Золотой скелет. Чем зомби. Да, я иду. Их я пойму. О, яблочку дали. Да, я понимаю, я идти не могу. Да, я правильно это понял. Хотя я могу зарашить то место. В плане того, что я буду использовать каждый раз... Я только так мог пройти. Пока что я это только так могу пройти. Блин, если бы ураган можно было улучшать. Я не понимаю, зачем здесь только этих. А, я сокращение... Я этот открыл. Это под баром, да? Да. А, стойте, это под баром. А где я вообще нахожусь? Вам плевать. Они все-таки выдвигаются даже так. Мне в урон надо качаться.
Так, ну я вижу камни, которые можно передвигать. Бац. Все, я понял, зачем мне камни эти. А, это поджигать можно? Я думал, сюда сферы надо нести. Что-то я на карте так это не посмотрел. Мне интересно, что я активирую. То, что активировать, я то активирую, а вот что я активирую? Так, я активировал какую-то печать. Ладно, давайте сделаем таким образом. Печать мы активировали, она осталась, да? Вот она сияет, походу. Делаем таким образом. Сейчас я иду в город. Или куда я вообще иду, я не знаю. Пойдем, мы в пещеры здесь, да, были? Не помню. По идее, это пещера. А мы потом заканчиваем серию. Сходим с херней вот это с шляпой. Для чего мне шляпа нужна там была. И, в принципе, как-то так. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.